Всем привет! Сегодня с вами Жора. Я с вами сегодня поговорю о том, как настроить OBS. Для того, чтобы настроить OBS, нужно его скачать. Для того, чтобы его скачать, нужно зайти на официальный сайт, скачать для Windows. Открыть, так как я его уже скачал. И сделать все, как нам показывает установщик. Далее, Next, Install. Дожидаемся. Запускаем. Как только он запустился, у нас открывается мастер настройки пользовательского интерфейса. Ничего необычного, делаем все далее, ничего не меняем. Только здесь вот нужно внести YouTube, к примеру, да. Открываем наш ютубчик, выбираем вот этот плюсик, начать трансляцию. Если у вас уже заготовлена трансляция, то открываем ее. Если нет, то создаем трансляцию. У нас появляется вот такое окошко. Здесь нам нужно всего лишь взять вот этот ключ трансляции. Напоминаю, как только будет 1000 лайков, мы начнем стрим. Скопировали ключ потока, вставили его сюда. Далее все, применяем. Теперь приступим к настройкам самого OBS. Для начала можно просто сделать вот эту вот ерунду стику. Мы делаем как нам по кайфу, чтобы нам у нас все выглядело. Все, что нам нужно убрать в бок, мы убираем в бок, чтобы это не мешало. Добавляем статистику. Статистика, вот она. И вставляем его сюда. Дальше открываем настройки. В настройках нам интересна только трансляция, которую мы уже сделали. Если вам нужно будет выбрать что-то другое, то выбирайте сами. Здесь ничего сложного. Выбираем Twitch, вставляем тот же самый ключ потока. Если вам неизвестно, где брать ключ потока на Twitch, напишите, я вам расскажу, где брать ключ потока YouTube, я вам уже рассказал. Дальше вывод. Здесь нам нужно выбрать расширенный вариант. Ставим трансляцию на NVENC, то есть на видеокарту. Если у вас Razer, да, у меня микрофон Razer, не суть. Если у вас другая видеокарта, ставим другую. То есть это вообще, ну, не важно. Ставим кодировщик видеокарту, ставим битрейт. Я показываю то, что нужно только менять. Битрейт ставим 6000. Это самый лучший показатель для всех платформ. Интервал ключевых кадров 2 ставим. Качество, пресет качества оставляем как есть. Можно менять, это ни на что не влияет. Вы не заметите, это разница над стриме. Профиль ставим main. Зачем это нужно? Не знаю, ставьте main, потому что я это когда-то читал, main самый лучший вариант профиля. Потому что все остальное ерунда какая-то. Поверьте моему опыту. Предугадывание никогда не ставьте. Психовизуальную корректировку тоже снимаем. GPU оставляем 0, это выбор нашей видеокарты. Если у нас их 10, то можно выбрать, на какой будем стримить. Количество V-кадров, то есть это тоже ерунда. То есть ничего не меняю, меняю только битрейт и интервал ключевых кадров. Все, настройка завершена. Если вы записываете через OBS, здесь ничего не меняйте, оставляйте как есть, кроме пути, куда будет сохраняться ваш ролик, и формат записи MP4 ставьте. Все, на этом мы закончили. Аудио. На аудио нужно выбрать все наши микрофоны. Если у вас один микрофон, то ничего не надо делать. И все, здесь RTX мне не нужен, потому что я его только что запустил. Ни о чем вообще этот RTX. В общем, поставили. Вот это вот у меня идет микрофон. Вот это у меня идет здесь динамики, два динамика, два микрофона. Все, с этим мы решили. Видео. Ставим наше значение. Разрешение нашего монитора. Ставим разрешение, на которое мы будем транслировать. Ставим ключевые кадры. Все. Настройка завершена. Окей. Дальше быстро покажу вам, как сделать настройку веб-камеры. Открываем настройку веб-камеры. Открываем, это уже не надо. В общем, смотрите, здесь нужно нам сделать нестандартное значение, потому что вы не сможете ничего делать, а пользовательские. Пользовательские ставим разрешение Full HD, потому что это самое оптимальное разрешение.
ставим здесь, либо согласовывать с выходной частотой кадров, это то, насколько вы будете транслировать стрим свой, либо ставите наибольшее значение кадров. Но лучше сделать вот это, согласовывать. Дальше FPS мы не трогаем, да, как бы формат видео не трогаем, цветовое пространство не трогаем, цветовой диапазон ставим полный. И все. Сделали. И все, у нас веб-камера готова. Но для того, чтобы подстраивать OS, она работает на автоматических настройках. Это не совсем корректно. Если у вас есть цвет, то как бы корректно. Если нет света, то не корректно. Но в любом случае, если вы поставили себе свет, то вам нужно сделать настроечку, которая будет вам позволять настраивать и показывать, как нужно ваш вид. Открываем свойства. Вот здесь вот настройка видео, открывается вот это свойство. Здесь вам нужно перейти пока вот сюда, снять вот эти галочки. То есть, видите, я уже это все сделал, у меня это настройки сохранились. А так вот, автоматическая настройка. Снимаем эти галочки. Убедиться нужно, что здесь минус 5, это самое лучшее, чтобы не мерцало, не рябило. Дальше здесь вот этот, вот эту галочку тоже снимаем, потому что вот этот баланс белого, он работает коряво. Когда-то не коряво, когда коряво. В общем, выбираем, как вам интереснее. Здесь съемка против света можно включить, можно выключить, лучше включить. И усилением мы добиваемся того, как это будет выглядеть для вас красиво. И четкостью чуть-чуть добавлять. Вот смотрите, вот оригинал, вот чуть-чуть я добавил. Все, больше ничего не надо делать. Применяем, окей. Окей, все, готово. Все быстро и легко с жариком. А если у вас останутся какие-то вопросы, то вы можете мне написать в комментариях, и все, я вам отвечу, если что, почти все дела. А, забыл, извините, пожалуйста, извините. Как только вы сделали вот эти настройки, видите, делаем деактивировать, и делаем активировать. Смотрите, как хорошо теперь стало, все, видите, никакой задержки, ничего, все нормально, идеально. Так что все, если что, в комментариях пишите. Люблю, целую, уважаю, пока.